if you see me, tell her I still have anything I need. Куда я сегодня еду? Я еду в такое место, которое называется Big Bear. Это примерно в 2-2,5 часа езды от меня. И я даже не знаю, как вам писать, что там должно быть. Там должно быть просто красиво. Какие-то горы, озера. И вот даже по дороге туда просто безумная красота. И просто можно наслаждаться каждой секундой. И дороги, и все-все-все вместе. Просто шикосно. Поэтому я уже не могу дождаться, когда мы наконец доедем куда нужно. Но это уже будет совсем скоро. В общем, мы добрались до Big Bear, вот так оно все выглядит. И такое ощущение, на самом деле, что мы приехали в другой штат, потому что абсолютно все по-другому. Как, в принципе, домики, и все здесь сделано, так и люди, и погода, и как люди одеты. Тут прям все не так. И вот, короче, тут такая вот какая-то какобяка не очень приятная. Вот, и мы пойдем сейчас просто гулять. Боже мой, осторожно. Be careful, please. И мы сейчас просто пойдем гулять туда куда-то, где вот эти старые домики. Сейчас обязательно вам все покажу. Там реально очень прикольно. Поехали. Как одеты нормальные люди, как одет этот человек. Ну тупо зима, 10 градусов, все в шапках. Да, 7. Вон костры, чтоб тепло было. Уехали из Big Bear. В принципе, очень неплохое место, но сейчас уже там реально очень-очень холодно, поэтому мне кажется, туда лучше ехать уже либо зимой, чтобы кататься на сноубордах, лыжах, там все такое есть, либо же уже летом, чтобы насладиться, также подняться на подъемнике, посидеть возле озера и все такое, потому что сейчас как-то ни туда, ни сюда. Сейчас мы едем в очень классное место. Там, где будет видно звезды, очень-очень красиво, должно быть так. И мы едем тупо по сплошной темноте. Вот просто темнота, ни одного фонаря. Ни одного. Только спереди стопы машины горят. Focus. Focus on me. Oh. Мы сейчас остановились в городочке Palm Springs перед тем, как поехать к своим звездочкам на небе. Вот, и я, честно говоря, абсолютно необознанный человек. Не знаю, чем этот город толком знаком. Ой, знаменитый знаком. Мне он ничем не знаком, если что. И тут просто
красиво. Вот просто очень симпатично, очень милые бары. Много людей в заведениях сидит, очень прикольные маленькие магазинчики с конфетками, с еще какими-то штучками. Так что да, здесь очень прикольно на самом деле. Сейчас чуть-чуть погуляем и поедем смотреть на звезды. Пока из того, что заметила в Palm Springs, не знаю почему, очень много геев, не понимаю вообще с какой кстати, это так странно. То есть там, где мы живем, такого вообще нет практически. Тут прям все мужчины ходят за ручку. Я ничего, конечно, против не имею, мне абсолютно все равно, реально. Но для меня это просто настолько в новинку, типа, почему так? Ну и плюс, кстати, бомжей довольно-таки много у нас в Orange County. Нет бомжей вообще на улицах. Секундочку. Конечно, что-то будет видно на видео, но я очень надеюсь, что хоть что-то вам да будет видно, потому что здесь просто все небо усеяно звездами. Наконец мы добрались на это место, где тупо нет ни одной машины, ни одного фонаря, ничего. Тут просто сплошнющая темень. Мне кажется, здесь начинаются фильмы ужасов. Но, тем не менее, здесь все небо укрыто звездами, и я в расфокусе. И думаю, что вам еще нужно для полного счастья? Небо в звездах, и я в расфокусе. Приятного просмотра. Вы себе даже не представляете, насколько здесь страшно. Тут так тихо. Господи! И так темно, просто ничего не светит, кроме этой штуки в машине. О боже, это очень страшно, господи. Why are you laughing? Let's go home. Говорила, не надо. Остановили полицейские. Штраф. Пытались договориться, типа, ну, не там, не взятками, ничем таким не подумайте, но они бывают прощают. Да, там, лишь первый раз, там, ба-ба-ба. Говорит, у вас было превышение, капец. Причем, что он нас встретил уже, когда мы уже ехали нормально, там где-то 80-90 миль в час, а можно ехать 70. Он говорит, нет, у вас было больше 100. Короче, он нас видел где-то. Непонятно как, непонятно вообще, но вот так вот. Я буду тоже знать на будущее, что нужно быть аккуратной и гонять не нужно. Вот и все. И вы будьте аккуратными на дорогах. Целую, люблю. Вот так вот и проходят мои выходные. Завтра я ничего не планировала себе, не знаю, что буду делать. Посмотрим. А учеба, ну что учеба? Учеба онлайн, экзамен тоже онлайн. В принципе, ничего сложного особо нет, особенно когда у нас супер-классный класс, который в WhatsApp совместно решает все тесты. Как бы жаловаться пока не на что, все замечательно. Я все ценю, люблю, обожаю. Good night или хорошего вам дня. Спасибо за просмотр, люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.